На сцене концертный хор школы искусств «Балтика». В его составе воспитанницы, которые занимаются здесь разное количество лет, но уже достигли хорошего уровня хорового исполнения. Есть и выпускницы, те, кто в этом году попрощается со своей «Альма-Матер». Долгожданные выступления в новом зале. Его открыли 11 сентября 2020-го. Весь год коллективы репетировали здесь. И вот подведение итогов очередного учебного года. И пусть зрителей почти нет, пусть выступают каждый только своим коллективом, торжественность от этого не убавляется, как и радости в сердцах девчонок. Это очень важно для хорового коллектива, когда есть собственный зал, там, где мы можем провести какие-то концерты, и просто какие-то вечера. Меня очень сильно порадовал новый зал, и я с этим годом подружилась почти со всеми девочками, и у меня в Балтике появилось больше лучших подруг. Моя мама закончила музыкальную школу, и я хочу быть как она. Я хочу продолжить музыкальное образование, потому что мне это нравится, и здесь все хорошо, меня все устраивает. Здесь за каждого переживают, на каждый экзамен стараются, нас готовят все время. Я выражаю огромную благодарность всем преподавателям. «Балтика» – крепкий фундамент для будущих музыкантов. И даже в этом учебном году, когда из-за пандемии большинство конкурсов было отменено или перенесено в формат онлайн, наши смогли отличиться. Стали лауреатами международных, а также всероссийских и областных конкурсов, творческих проектов, удостоились национальных премий. И даже в самых маленьких просыпается живой интерес к миру музыки. Я люблю играть на фортепиано, потому что добрая учительница, а на хоре у меня любимая песня «Лунная дорожка». Это будущее, самые юные хористы школы искусств. Сцены уже не боятся, «Балтика» – это не только классическое музыкальное образование, это воспитание настоящих артистов. Анна Баркулова, Илья Сугатов, Анна Фирсова, СТВ.